Добрый день, дорогие партнеры, добрый день, дорогие лидеры Oriflame. Меня зовут Роман Белоснежный, я официальный стилист компании Oriflame, и я рад вас приветствовать на ежегодном бьюти-марафоне Oriflame Узбекистан, который посвящен годовщине компании Oriflame Узбекистан. Марафон будет очень интересным, он будет состоять из уроков и заданий, как вы уже поняли. Каждому такому уроку вы будете дополнительно получать видео. Видео, где я уже рассказываю, показываю на модели, на манекене, показываю вам то, что невозможно сказать словами. Уроков у нас будет много, мы пройдем с вами такие темы, как длины, акценты, стили и многое-многое другое. В конце каждого урока вас будет ожидать задание. Задание нужно выполнить до 15:00 каждую субботу. Итак, первая тема, о которой мы с вами поговорим, это длины и пропорции. Как длины влияют на восприятие человека и как длины влияют на силуэт, который непосредственно рисует одежда. Внимательно посмотрите первый урок, на котором я показываю, рассказываю о том, что такое пропорция, на котором я показываю, как подобрать длину юбки, как подобрать длину платья и так далее и тому подобное. То есть там очень-очень много всего интересного, вам нужно будет поэкспериментировать. Для того, чтобы задания по стилю, для того, чтобы информация по стилю у вас усваивалась, нужно все время экспериментировать, без этого никуда. Для экспериментов вам подойдет простая длинная юбка, желательно одного цвета. Вообще лучше всего для экспериментов над своей пропорцией использовать какие-то простые вещи. Например, простая белая футболка или простая черная футболка и такая же черная или белая юбка, чтобы было видно два разных цвета, чтобы одежда разделяла вашу фигуру на две половинки. Задание очень простое, вот так же можно выполнить не обязательно с юбкой, можно выполнить его с брюками, но лучше всего сделать это с юбкой. Итак, вы надеваете на себя футболку, белую или черную, может быть какую-то рубашку, и вам понадобится юбка миди, ну длиной до колен, может быть чуть выше, может быть чуть ниже, очень похожая длина. Ваша задача найти человека, кто мог бы вас сфотографировать или сфотографироваться самой, но лучше использовать партнера, друга или лидера в помощь. И вам нужно встать в какой-то светлый угол своей комнаты, фотостудии, где угодно, то есть встать в место, где светло и где хорошо было бы вас видно, и провести такой стильный эксперимент над своей пропорцией. Возьмите юбку и попробуйте юбку поместить на косточки, на талию и на бедра. То есть попробуйте юбку поднимать, опускать и так далее. Попробуйте менять положение юбки. Сейчас в тренде завышенная линия посадки, то есть чуть выше талии. Как правило, определить самую высокую линию посадки юбки можно по локтям. Согните руки в локтях, это будет непосредственно самая крайняя точка для вашей юбки. Такое положение визуально удлинит ноги. Так вот, у каждого человека своя идеальная пропорция. Для того, чтобы ее понять, нужен взгляд со стороны. Поэтому попросите кого-то сделать 4, 5 или 6 вариантов фотографий, где одна и та же юбка, но ее посадка бы менялась. Она была бы выше, чуть ниже, чуть ниже, чуть ниже, от бедер до талии. Найдите оптимальное положение, которое вам нравится на фотографии. Да, еще чуть не забыл. Лучше использовать для этого эксперимента каблуки, чтобы визуально вы были чуть выше. Тогда вы в полной мере ощутите силу пропорций и магию длины. Да, кстати, чуть не забыл. Ваше задание нужно выкладывать с хэштегом «Марафон Oriflame». Можно выкладывать на Facebook, можно выкладывать во ВКонтакте, но лучше всего, конечно, в Instagram, так я тоже их посмотрю и поставлю лучшим лайки. Обязательно оставлю свои комментарии. И еще раз хочу напомнить, что уроков будет много. На этом мы с вами не прощаемся. Я напоминаю о том, что очень важно выполнять задания до субботы, до 15:00. И до встречи в следующих уроках на марафоне от Oriflame Узбекистан.